Коляда, Коляда, отворяйте ворота, доставайте сундучки, вынимайте пяточки, хоть рубль, хоть пятак, не уйдем из дома так, дайте нам конфету, а можно и монету, не жалейте ничего, накануне Рождество. Ай, молодцы какие! А где же ваши родители? Или вы сами ходите? А, наверху? А может, что есть еще? Пиквик, нормально. Шоколадка. А денег нет у нас и наличных, у нас только карточки. Спасибо вам большое. С праздничком. Вот, молодцы, мы так здесь тоже ходили, передавали. Ты видела, Джиночка, вот это да. Ребята, офигеть! Сегодня весь день льет дождь. С утра до вечера сильный ветер. Сейчас вроде дождь прекратился, но все равно так вот слегка дует. Дует, капает. Тут ограждение, в общем, короче, сделали ленточку такую, чтобы туда не заходили, потому что, походу, сильный шторм был. У меня в одной руке джина, в одной руке зонт, а в другой руке телефон, короче. Все три руки заняты. Видите, здесь какие волны сильные были, аж это снесло. Вот здесь все снесло. Здесь очень сильные волны были. И все снесло. Поэтому я сюда решил прийти и посмотреть. Короче, здесь ателье. Сейчас зайдем, спросим. Сделают там эти. Вот себя. Здрасте. Привет, господа. У нас к вам вопрос. Вот смотрите, видите клепки на ошейнике? Ну. Вы такие можете сделать еще две штуки? Ну, ваши замечательные собаки, хоть 10 можно сделать. Сколько будет стоить? И есть ли такие прям клепки? Да. Как вот этого... Друга зовут. Джина. Это девочка. Как? Джина. 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 Ты что, Джина, тебе дядя не понравился, что ли? Да? Сейчас, Джина, ну-ка стой. Ты, наверное, их кусать умеешь, вот, да? Смотрите, видите, вот надо вот сюда, вместо вот этих дырок, сделать две клепки. Или еще, или четыре лучше. Вот. Сделает вам вот лучший мастер города Сочи. А вы не сделаете? Ой. Это он мастер. А. Он и в джине сделает заклепки, да. Классные, как положено. И буду еще красивее смотреться с заклепкой, да? Если у него есть такие, просто они же разных цветов все. От меня вот тот барбос, который не смотрел, сразу обратит внимание на мои заклепки. Да? Я ему а где мастер-то? Когда будет? Мастер? Но он мог уже уехать. А, все уже. А со скольки он работает? Ну, он здесь с 10. И с добрым утром, Диночка. Ты моя сладкая. Че? Давай собираться, пойдем гулять. Мы теперь одни, как будто в Зеленограде. Джина и я. Одиноко так стало. А что у нас там за окном? Солнце светит, но холодно. Сегодня у нас плюс 4 градуса. Но хоть дождя нет, и то хорошо. Вставай, Жиночка, пошли гулять. Пошли гулять, зайка. Вставай, Зинка, пошли гулять. Ты моя лапонька. Хвостулечка она барабанит, настроение свое показывает хорошее, да? Че, хорошее настроение, Жиночка? Ничего страшного, жизнь продолжается. Давай, вставай, пошли. Пошли гулять, Зинка. Давай, потягушеньки свои. Вот такие потягушеньки у Жиночки.
кошак. Сидит, сидит и бежит от нас вот так вот вдоль тротуара. Не убегает далеко. Куда-то с кусты спрятался здесь. Жена тащит меня на свою поляну. Ох ты, какая стойка, красотка. Динька, пошли. Сейчас побегаем на полянке. Ай, молодец. Дай. Ну, Жиночка, дай мне спокойно. Можешь дать, Жинка? Короче, друзья, чтобы вы понимали, у нас со Светой были свободные отношения. То есть, как говорится, кекс без обязательств. И мы жили просто как два собачника, которым интересно быть вместе. В общем, был у нас интерес находиться вместе, вот и все. Никаких перспектив там, замуж туда-сюда не было. Просто мы встречались. Да, Женка? Вчера я пришел с прогулки после ссоры. А они съехали. Теперь мы одни. Что будет дальше, посмотрим. Встать. Джина стоит, не хочет уходить, на меня смотрит. Джина! Ко мне! Ай да, умничка, дай мне эти папки. На парк. Все, пошли гулять. Молодец. Оп, все. Такое ощущение, как будто мы вот в Зеленограде находимся. Были вдвоем и сейчас вдвоем. Как будто со Светкой это был сон. Знаете, такой мгновение. Просто сон. Как будто ничего и не было. Собака тоже как зритель. Взял, короче, Джинки новый корм. Ну как новый. Прошлый мешочек был тоже Грандорф, но с кроликом. Этот раз я взял белая рыба, попробую. Булочка любимая и булочка с корицей попробую тоже. Ну, конечно же, лавашек, как без него. Взял гамовит. Джинки поколю для профилактики. Да, Джиночка? Сейчас будем кушать с тобой. Папкина. Папкина охранница, да. Оттуда там с соседнего окна там что-то кричал. Что-то похоже на Дима, что-то там. Имя мое кто-то произнес там. Мужским таким басом. И что-то жена как проснулась, начала рычать. Такой, что такое там происходит? Молодец, Женка, молодец.